давай. Ну, это когда, знаешь, дурдом комиссия приезжает, там проверяет, дураки выздоровели или нет, ты понял? Там ну, подходит девочка, как бы, девочка, там, ну, там, как тебя зовут, там, Маша. Говорит, вот посмотри за окно, какое сейчас время года? Она говорит, лето. Он говорит, слышь, Маша, ну посмотри, вот видишь, все белое, там дети, вот смотри, снежки играют. Какое время года? Говорит, лето. Говорит, не, ну посмотри, вот там елка наряженная стоит, там снеговики. Какое время года? Он говорит, лето. Он говорит, девочка, ну какое лето? Что ты несешь? Она говорит, а вот такое, ёлое лето. О, боже. Нап, ты какой слот занял? Какой-то? РПГшник, кто-то из эгоистников? Нет, здесь нет. Красивый. У меня, короче, есть там дэм. Надо где-то будет спить. Не, у тебя же есть. Блин, это же моя любимая карта. Его. Не, ну может мы с ними и поедем, потому что здесь транспорта не очень много. Тут ехать некуда. Карт нет, как обычно. Так, мне SMGR надо будет сразу же. Кто там со мной будет? Миф? Посмотришь себя в инвентаре. Если у тебя будет SMGR. Блин, я уже третий раз играю эту карту за оборону. Не врика. По-моему, я второй раз играю. Третий. Я тоже третий играю. И я подыхаю все время на первых же минутах. Я что-то ни разу не попадал на эту карту. Ты как нет? Вот помнишь, батя, поехали, блядь, рекладка-то еще вас. Да меня не было. Да как не было? Был, да-да-да. Вот это же как. Где они начинают стрелять со своей базы уже? Не, ну что, у вас башня? Меня-то не башня, батя. Не, меня тоже, не, меня тоже не башня, я тоже как бы это выжил там. Слаботек, короче, такие, как мы вали. Я еще с этого СГС почти там 3 или 4. Все, я вспомнил, да-да-да-да-да. Выстрел. Правда, в молоко, походу, блядь. А, нет, не в молоко, там все-таки этот... Зато громко. И нет, там это покоцанный все-таки приехал. Их нет, этот, как лавка или что-то у меня было. Которую потом отжал, там усташтан, а рядом со мной стало. Ну, вот точка для первого, если уже там хочет. А Заза туда пойдет, точно. Ну, Заза карты есть. Нет, хорошо. Я встану где-нибудь вообще, на край карты меня поставьте. Я тоже сныкаюсь куда-нибудь еще, внизу, блядь, в здание куда-нибудь. Может, тебя еще лучше положить там? Да, тоже буду положить и присыпать чем-нибудь. Дэн колесо пробил, минут 15, только мы еще идти до дома. Через ЭГМ, пусть меня, через ЭГМ. Да-да-да, через ЭГМ. Через ЭГМ быстрее, там за 2 минуты. Через ЭГМ заглючит, он вообще домой не придет. Да, он повиснет там же и не сможет зайти за себя. Нет, он себя, сам себя колесом убьет, скорее всего. Приятнее всего. Все начинается. Пошла жара. Да. Удачи всем. Все, мы порвем. Сейчас Лапа приедет, блядь, тебе насует и все. Взрываемся, разрываемся, парни. Кто тут же стреляет? Так, народ. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User joined 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 your channel. Оставлен за спиной возраст Христа. User joined your channel. Обратной стороной повернулась мечта. Лежит на струнах пыль. User disconnected from your channel. Разбитый телевизор. Да. Мишки, прицел, о, тут же прицел был. Генерал, правда, из девчатки нет, не стал. Пишем. Прицел не было. Ой, хуёво, как все, ребят, охуёво. Да. Ты ничего не прикол сразу? Ну, не, на того ничего не было. Коробка.
Рацию не выставляет. Быстро стандарт. 217 у вас? Да. У меня 217.6. 17.6 нужно. Да. Что, с Богом, блядь? Лишить на струнах пыль, шевеет под окном. Разбитый день и так, я вижу технику МТВР. Азимут 20. На 20? Да. Че, ебанулся? Да, давай. Да, е. Едет, короче, с пулеметом МТВР стрелять под парк по нашему. Противник уничтожен. ЛТ живые, нет там? Чужих крыш, что ты искал там, парень, ты так давно спишь, слишком давно для твари, может, пора. Ребята, ты дышишь телом, брось свой пустой лист, твари не ходят в белом. Там на западе техника стоит. Где?
На 280 еще один хаммер на холме с аквар. За бочками движения. Я за какими бочками именно? На 240 уходят, где заводик. Так, это откуда их наблюдаешь? Зеленый дым где? Вот в той стороне они были. Я с территории за забором смотрю. А мы не ангелы, парень. Нет, мы не ангелы, темные твари. И сорваны планки нам. Если нас спросят, чего мы хотели бы, мы бы взлетели. Мы бы взлетели, мы не ангелы. 45-й леса, у вас кто-нибудь под выпом бегает? Ангелы, вам на пожаре. Утратили ранги мы. Нету к таким ни любви, ни доверия. По наврам. На наличии перьев мы. Пацаны, живые. Мы без мусташи. Так, ребята, поскольку мусор помер, то надо подобрать радиостанцию, как только по амбару перестанут работать. Я желаю еще забрать радиостанцию. Короче, давайте где-то соберемся, я передам вам большую часть медикаментов и пойду вот. Куда пойдешь? В атаку через дорогу перебегу, посмотрю, где они все сидят. Да, в Маруни в атаку ходить. На 100 хаммер. За заводом, за забором, сейчас десант высадит, скорее всего, да. Остаться живым. Бегство.
240 стоит вот рядышком, да. Близко стоит. Метров 150. Нет, она едет. Она уезжает на 180. Она переместилась на 180. Когда-то и туман глотал мои слова и превращал их в воду. Я все отдам за продолжение пути, оставлю позади свою беспечную свободу. Терять бы в серебре ее одну заветную, не по себе от этой тихой и чужой силы. Давай, она не видит тебя. С которой я нам не стерпеть друг друга. Добраться до моей усопки.
Леха, Леха. Ее глаза на звезды не похожи, в них бьется мотыльком живой огонь. Еще один обычный вечер прожил, а с ней он каждый раз другой. Ее упреки вестники прохлады, как скошенная в августе трава. И пусть в ее словах ни капли правды, она божественно права. Где-то ангелы кричат: прости, прощай, плавится душа, как свеча разлилась по сердцу. Я навеки твой, ты ничья. Сезон зачистил почти. Годзилу надо было посылать с севера и с юга все остальное. Короче, надо качать бандикам. Будет весело. Люди, надо покупать карточки от NVIDIA и Shadow Place будет. Просто, блин, когда ребята возле забора посыпают. Реклама. Господи, а чё с Дениской случилось? Кто его убил? А может быть, предполагаем, что снайпер. Ну, он пассажиром сидит, это не снайпер. Скорее всего, где-то его ранили, он от потери крови. Дениска сидит не пассажиром, Дениска сидит на стрелке. Да, уже лежит на стрелке. Не, у меня он почему-то как пассажиром. Он лежит. А то бендос мертвый валяется. Да, он на стрелке сидит. Не, так серьезно, из МТВР ребята посыпались, такой, это мужицкий дождь. А, да, снайпер там. О, Миха, тебя как убили. Снайпер снял. Да, 500 метров всего. Да, ёбаный. Да! Дожали, дожали. Победила Трур, зато он... Слава бургерам.